Друзья, всем привет! Меня зовут Маша, мне 41 год, я похудела на 51 килограмм, сейчас вешу 65 килограмм, была 115. Вот. О своем опыте рассказываю на канале «Хорошаем после 40 минус 50 килограмм». Это мой канал Яндекс.Дзен и на Ютубе, на моем канале, канал Маша Тафье. А сегодня хочу вам показать очень простой быстрый рецепт грудки с, в общем, запеченной с моцареллой. Понадобится мне грудка, йогурт греческий, маленький зубчик чеснока, лук. Можно взять одну луковицу большую, я взяла порей. Вот, плюс соль и плюс вот такой вот прибор. Он называется, размягчитель масла, тендерайзер, вот так вот его называют. В общем, это отличная штука. Я вам сейчас покажу, как она работает. Вот, и плюс я еще забыла достать из холодильника моцареллу. Сейчас я тоже ее достану. Вот она, моцарелла. Значит, первое, что я делаю, это готовлю сейчас мясо. В йогурт я добавила чесночинку, я мелко порезала, и где-то пол чайной ложечки соли. Все это сейчас перемешаю, у меня получится такой просто чесночный соус. Так, я взяла филе грудки, здесь у меня 450 грамм, и вот такими вот движениями я его просто рыхлю. Вот, с одной стороны, с другой стороны, волокна не разбиваются, они остаются целыми, мясо у нас получится рыхлое, сочное, нежное. Вот, я его не буду ни солить, ни перчить, потому что у меня уже соленый чесночный соус, получился, я просто им залью это все. Вот так вот я каждую филешку обрабатываю и сюда укладываю в силиконовую формочку. Вот так вот я делаю. Никаких очень тут брызг нет. Движения простые, несложные, легкие. И посмотрим, что у нас получится из этого мяса с этим тендерайзером. Все мясо я отбила. Вы знаете, у меня дело в том, что очень такие вот тонкие филешки. Я их взяла уже готовые, во вкус ввели. Вот. То есть сама не резала. Это филе грудки, но они вот такие очень тонкие. Поэтому у меня получается в два слоя. Я сейчас уложила один слой, намазала половиной своего соуса. Здесь греческий йогурт, соль и маленькая штучка чесночка, долька. Вот. Я выкладываю сюда половину лука своего. У меня лук порей, можно использовать обычный лук. Вот, единственное, что порей, он более такой мягкий. Вот. Лука много я беру. Значит, можно даже еще больше брать. Если бы я, предполагала, что у меня будет два слоя, я бы еще больше положила, но неважно. Значит, одной луковицы вполне хватит. И сверху я укладываю второй слой своей курочки. И сейчас намажу его еще раз. И сверху соусом и посыплю луком. То есть у меня получится два слоя такого мясного пюре. Итак, я уложила мясо в два слоя, полила его своим соусом и укладываю сверху моцареллу для пиццы. Здесь у меня 125 грамм. Я ее порезала. Вот, все. И сейчас аккуратненько сверху уложу все. Отправляем нашу курицу с сыром в духовку на 25 минут. Друзья, все достали, все уже начали есть и даже чуть не забыли снять, потому что пока готовили, очень проголодались. В общем, все пропеклось, сыр запекся, вот, курочка наша готова, мясо хорошее, вот, в общем, все как надо, и главное, что все получилось низкокалорийное, полезное, нежирное, и это та самая куриная грудка, но немножко в другом варианте. Все, всем приятного аппетита, стройной фигуры и здоровья.